Вы сейчас не поверите. Вот вы это видите, вот 300 ключиков. У меня 300 ключиков, смотри, что я напротратил. Я теперь донтер. А можно вот эту дичь всякую купить, но не буду покупать. И смотрите, какой у меня ранг. Джоэл Эрл! Да, у меня такой вот ранг. Джоэл Эрл 4, это же ведь про, я профик. Я просто профик. Я донтер, все. Мы будем всех хвалить. Просто будем такие. Так, ключики накапливаем. Так, у нас есть еще один Джоэл Эрл. Это что? Это кто? Это золотой? Нет, это начинающий. Ну, вроде хорошо. И еще один желтый нужен. Эй, стой, это ты. Котик какой-то. Еще один. Или еще одного не хватает. 15, а нужно 16. А понимаешь, нужно 16. 16 надо. 16. Эти желатники есть всякие, новички. Но мы бы быстро, наверное, справимся с нубиками. Здесь, конечно, есть и нубики. Я тебя уничтожу, я не шучу. Пацаник, клубника. Так, желтый. Не, два начинающих мечника и два профика. Так, а я пошел строиться к другим командам. Потому что это очень легко и просто. Так, ладно, я здесь куплю еще блоки. Вот меня красный что-то бесит. А потом зеленым. Не вздумай за кроватку застраивать, я тебя уничтожу. Вот, упал. А, нубик. А, вы все новички, дурачки. Это кто? Это кто? Отстань! Ты кто такой? А, он золотник! Офигеть! Он золотник! Ладно, это было жестко для меня. Очень жестко, реально. Алмазики. Давай один. Хорошечно. Так, ну все, всех завалили. Всех завалякали. Так, синих надо уничтожить. Я вас вижу. Я вас уничтожу. Хотя бы к нам на миллиметр продаете. Вам все, вас считайте, что вас уже не существует. Потому что моя кроватка это священная. Чего? Нет, синие не могут строиться к изумрудам, это запрет. Ну ладно, я им кроватку сломаю. Будет, когда все справедливо. Хорошо-то как. Пока что. А! Я сдаюсь! Как они меня убивают? Конечно, у него был железный ножик. Жаль, что у меня не было диамонта даже ножика. Помним, золотой ножик это ножик маньяка. О, будем называть железный ножик. Ножик индейцев. Называть ножик индейцев. Все, у меня ножик индейцев. Пока что эти бомбаэллы. Да бэби! Отстань, бэби! Я его даже ударить не успел. Зеленые. Ладно, я пока что подготовлюсь к финалке. Ну все, можно готовиться. Ну все, можно победить их. О, привет, Нубасик, ты сейчас. Да ладно. Он зелька выпил! А, хакер маленький! А, он железник. Ну ладно, ну, выучиться зельками это. О, блин, не надо, не надо. Умри, гадина! Ты где? Мочи ее! Молодец! 5 с плюсом ТБ! А где изумрудики? Вот они, изумрудики все! Да изумрудиков нет что-то.
Во, еще изумрудик. Ну, корон на короночку почти хватает. Можно уже броньку. Чего? Нет! Нет! Я вас тебя убью. Я тебя уничтожу. Плохой гад. Плохой. Ну что, за мной бежит? Нет, он за мной пока что не бежит. Это нарисован. Ну что-то без кропотки будет стрёмно. Очень стрёмно. Ну ладно, наверное, мы сравнялись. Сейчас можем убить их. Это киборг настоящий. Ну все, я уже готов к нему. К бою. Я к бою готов. Давай, выходи. Я не боюсь. О, давайте еще подготовимся. Опа, можно жить. Зелькой. На короночку не хватает, но должен. Ну хотя бы хватить на 2 зелья. Блин. А получилось на 1. Может, на короночку хватит. Давайте посмотрим. Короночка не хочет. Если ты ко мне придешь, я тебя уничтожу. Давай. 3, 2, 1. Дзын-дзын. Маленький. Я не буду тратить зелька на 1 зеленого. Блин, здесь 1 на 1 просто. О, теперь хватает. Ну все, изи-кизи. Вот здесь, значит, вот так вот. Так, пока что они друг друга мочат. Конечно, он победит. Ну да, я так и знал. Я пока что выпью короночку. Короночка самая лучшая вещь. Вы, наверное, видели в моих старых роликах или не старых, современных. Так, отстань. Отстань, я еще не готов. Это мои эмеральды. Это мои эмеральды! А я не понял, это мои эмеральды! Выжить без кроватки возможно! Изи! Мы же почти заспидранили, это жесть реально. О май гад! О май шиш! О май шиш! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я пока что поиграю в несъемочки и посмотрим, какой у меня ранг будет. Может, вообще Джоэл Эр будет. Вы сейчас не поверите, но у меня джекпот. Это охотник на драконов, только он АФК что-то. Не, он не АФК, мы победим 100%. Фух, это не он. А, не, это он. А что ты сразу? Защити кровать. Я тоже могу просто, ну ладно, я защищу кровать. Ладно, ну круто тут у нас, давай, ты чё, парни, стрелять. Кстати, у меня новый ножик. А, диамант, ножик, забыл диамант. Извините, то, что сказал. Новый ножик, а не диамант. Ладно, всё, я сказал защити, всё, я защитил. Я обе карту делаю. Хорошо. Так, привет, пацан. Ну, пошли на желтых, они какие-то нубики. Господи, да ну, это реально. Это настоящий донтер. Ладно, АФК пока что убью. АФК это самое легкое. А, нубик маленький. Так, я пока что убью АФК. Есть! Я выбину. Кстати, а где еще один? А я не помню. Что ты делишь? Что ты здесь забыл? А ну что ты здесь забыл? Я его атакую! Я его сейчас атакую! Я на него убиваю! Он, елочка мои, свои убивают меня! У меня 1 кпшка! Он меня убил, убить его. Пожалуйста, убить его.
А я не понял, что ты делаешь? А я не... Ай! Это еще один убийца драконов! Еще один убийца драконов! Ну это типично я, когда мне скучно. Ты что делаешь? Ты что делаешь? А? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Умри! Ты что не падаешь? Ребят, я только убил кофе. Ну ладно, мне пофигу. Потому что я уже никогда не выберусь. Привет, привет, Луна. Уже 17 ноября. Пацаны, я только что одного сильного врага убил. У нас оказывается то, что зеленый, это просто киборг. Ай! Это кто? Пацаны, я валю! Ай, зеленые проклятые существа! Почему? Я не хочу подыхать! Бежим к желтым! Или к синим! Разделяемся! О, какое облегчение. Показалось. Ладно, я к синим. А ты к зеленым. Ты всегда экстремал. Так что тебе можно довериться. Потому что ты здесь профи. Так, я пока что простой здесь дорожку. Так, и чтобы никто не пробрался. Только зеленых ненавижу. Они проклятые вонючки. Ну, наверное, мы выживем с этим чувачком. Он такой просто качок настоящий. Да, он просто качок настоящий. Я им горжусь. Настоящий мужчина. Не как я. Это охотник на драконов. Это самый высокий ранг. Только у 1% есть такой ранг. И вроде не до того уже. А, ты начинающий! А я не... Идите вы все свои! Невидимка! Невидимка! Блин, не сдохнуль! Я не понимаю этих людей, которые так строятся. Что они делают? А почему они на шифте? Это что? 3 новичка? Ой, это вообще легкая добыча. Это называется легкая добыча. Это тупо легкая добыча. Вы все подыхаете. Ура! Кстати, убивать игроков это так легко. Я ж испугался. Кстати, желтые какие-то нубики, надо к ним пойти. И спросить, что такие нубики. Я вас убью. 0.1 момент. Ой-ой-ой. Ой, я боюсь! Я понял! Я такие вот скины боюсь, они какие-то такие страшные. Ай! Господи, это фармилка дуровых предметиков. Ай! Блин, это просто... Пацаны, спасибо! Ой. Нубики! Это нубики апокалипсис, пацаны! Это так легко! Ай! Меня кто-то ударил. А чё так заорал? Может, это желтый? Это... Чё я так заорал? Умри. А вот кто меня ударил! Ах ты гадина! Вы были крутыми пацанами, вы так круто играли. Но пора вас уничтожить.
И я вас уничтожу! А, это чё за клоны? Ай! А, это ты со своим луком, друг. Со своим луком. Мне нравится он мне. Господи, почему у них так много предметов трупается? Ну, опа. Опа. А вот еще один. Иди ко мне. Иди, мой сладенький пупсик. На тебе яблочки. На тебе золото. На тебе... Это бот. Это бот! А! Вот за Тимми... А, это бот! Отстань, бот! Вот Тимми, давай Тимми, это бот. Это бот! Пацаны, это бот! Вау, это был ботом. Это был бот. Так, а где его яблочки? Так, что здесь синий делает? Я не понял. Так, я пока что обгрызся. Это идеально. Опа, 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 опа. А, у меня и так все. Ну, давайте я куплю, когда вот этот новый ножик. У меня 6 золота. Сейчас будет, сейчас справимся. Так, все, я просто терминатор, я киборг-убийца. Я просто киборг-убийца! Моя задача уничтожить этого синего! Вторая часть первой части вышла! Чего я сказал? Вторая часть первой части? Ну ладно. Вторая часть первой части вышла, и что? Вот она вышла, вторая часть первой части. Вот почему вы на шифте строитесь? Чего вы на шифте строитесь? А, это опять бот! Отстань, бот. Бот маленький. Отстань, маленький бот. Отстань, бот. Бот, бот. This is bot! А-а-а! Я ломал. Ай! Нельзя, нельзя меня бить. Нельзя меня бить. А что, если я залежу? Ничего. Это бот! Понял? Как надо! Наверное, все равно не понял, потому что это бот. Я и так узнал, потому что они ходят как-то вот так вот. Пум-пум-пум. О! Еще один подоспел! Только я им... О! Буду бить не вот так вот, а вот так вот. Ой, блин, не повезло. А-а-а! Он не... Это просто такой балбес. Понимаешь? Понимаешь, что это такой балбес? Приколдес. Это такой новый балбес, приколдес. Сейчас его затроллим. Сейчас его затроллим. Просто тупо затроллим. Тупо затроллим. Чё, блин? Умри! А, всё? А чё так быстро? Да ладно, я не поверил. Это жесть реально. Это просто нубики, апокалипсис реально. Какая-то битовка была очень быстро. Жесть реально была. Это было очень круто, но очень странно. Везде были боты, просто боты везде. И желтые были ботами. Это очень интересная катка. Я хочу еще в такую сыграть. Так, может, сундучки есть? Нет, сундучков нет. Сундучки? Сундучков нету. Я хочу пламя меч. Я пламя меч хочу. Или вот эту вот дичь. Чего? Чего? Деревянный меч можно выбить? Чего? Железный дятел. Цветной шлем. Дятел. А, железный дятел. Сокрушитель. Стример. Крюк. Железная кирка, которая деревянная. У меня башка раскалывается, когда я слышу, что это железная кирка, а на самом деле деревянная. Можно уже потусить. А что можно за 300 ключиков? За 300 ключиков можно ничего. Единственное вот это. И все. Поклон вроде никакого. Так, можно... Я не знаю, что. Красный атлас. Крутой, крутоцкий, крутоцкий, крутоцкий. Можно купить.
А, он 480 стоит. Не повезло, не повезло. Ой, лагало что-то. Шапочка пак меня. Какой-то вам памкин, папкин, папкин, чего? Папкин, мамкин. Я не понял. А вот пацаника клубника. Ну вот он. Ой. Так, настройка календула. Что-то не надеваем. Нельзя бежать. А мне прощаться надо. С вами был Данилкина, и всем пока-пока, здесь держу его. Так, не бежи, пожалуйста, можно? А, не бежи!